39-летняя Виктория Бонни в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. В своем микроблоге девушка опубликовала свежее фото, которое за 11 часов собрало более 25 отметок «нравится» и 450 комментариев. «Мне нужно отдохнуть, иначе я скоро слягу, уши заложила еще сутки назад, а у меня все нет времени добежать до врача», именно такой подписью сопроводила новый снимок Виктория Бонни. В кадре светская львица запечатлена в верхней одежде и сапогах на кровати. При этом один из подписчиков актрисы под ником «Собакам Вайрзал» в подчеркивание «Таграл» высказался о фотосъемке экс-участницы телестройки, вызвав ответную реакцию и у самой артистки. «Грязными сапогами в постели», — написал под фото Бонни поклонник. «С чего вы взяли, что мои сапоги грязные?» «Моя обувь грязной не бывает никогда», — ответила светская львица. Как уже писал сайт телепрограмма «Про», несколькими днями ранее Виктория Бонни поделилась в своем сторис видеороликом. Рассказывая о своем отдыхе в Таиланде, знаменитость, видимо, старалась показать аудитории, что способна себе позволить дорогостоящий отдых. Виктория начала запись из номера в отеле, делясь своими планами пойти на местный пляж, который есть неподалеку. И в этот момент шестилетняя дочка светской львицы Анджелина громко заявляет: «Мама, вообще-то мы тут не живем». Сгладить неловкость теледиве так и не удалось. Позже данную запись прокомментировала и Ксения Собчак, которая не без иронии отметила, что Бонни всего лишь хотела показать свою роскошную жизнь.